Так, вранглер пошел. Без, она подхватывает. Передний. Без переднего. Подхватывает, да? Подхватывает. Все, лебеда. Так, штурман сейчас сделает экшен через блок. Дерево вроде крепкое. На передний мост. За буфер зацепились. Разовся. Поднимитесь наверх. Разовся. Вот так, с раздутым колесом, без передка. Вертикалочка. Зад толкает. Выключи передок. Хорошее дерево, крепкое. Сейчас, стой, стой, Юра, Юра. Стой, скажи, чтобы остановился. Стой, стой, можно одеть. Все, колесо висит, можно одеть. Хайджек не нужен. Хайджек уже не надо. Да она и так надуется сейчас. Позвольте. У бизона не получилось нам это сделать. У нас вчера получилось. У вас вчера получилось. Бизон там пытается, но не получается никак. Что, не одел до сих пор? Нет, горит, оно не взрывается нифига. А, ну то что-то некачественное. Бензин лют, не знаю. А, да не надо. Очиститель карбюратора. Бизон, и это самое, я ему строю практически всю машину, так что он меня хорошо знает. Я понял. И то восьминого. Накачал? Поехал дальше. Да, я накачал еще саму. Компрессор? Слезла. Компрессор нужен. Слезла. Что? Слезла. Так компрессор сразу нужен. Качай, я просто не снял, когда ты накачал, поэтому надо еще раз. Можешь повторить, что проявляется? Что проявляется? Что появляется? Разряженное давление появляется. И что происходит? И происходит оно кратковременно, оно вроде как накачивает, а на самом деле не накачивает. Якби на улице тепло было, было бы нормально, а зараз холодно, воно воздух уж уплотняется. Она, конечно, прикольная, я не буду. Бахай, да, в сейчас? Горит, горит там. А не, уже. Уже нет. Качались.
Что-то зацепился, зачем что-то снизу, корень, наверное, там. Не, просто. Просто дёрнул. Да, редуктор. Редуктор развалил. Вывернет. Да сразу перецепиться, потому что назад стоит. Вывернет, чего не вывернет. Вперед, да, подхватывает, вперед. Может, пара. Три дерева сверху. Хорош, стоп, 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 давай на меня. Старайся побегать. Нормальный экшен. Подхватывает передок. Пара видно. Вот сейчас заработал. Главная пара переднего редуктора. Ёханы бабай. Вот лента, вот от того дерева до этого. Ну давай попробуем еще вперед. Вот лента, смотри, вот. Блин, чуть не раздулся опять. Да, как-то так странно передох. Четкая машина, конечно. За шишигу. Ты вот передок, то работает, то не работает. А где ж блок стоит? Зубов, наверное, нету. Что-то порвало, блок работает. Немного назад дать. Да, наверх. Да, ну вот там. Не, так он как раз хорошо стоит. Сейчас. Смотри, смотри, какой контент четкий. Не-не, нормально, Юрец, так и продолжай. Юр, сейчас он тебя зацепит, включи заднюю и дай назад на лебедке, чтобы тебя сюда стянуло. Потому что. Это не стянули. Ну, все 5 метров и все. Ну, он иди. Вправо рули вперед. Стой, Юрец, что-то не то. Давай назад, заднюю включи.
Красиво было. Вправо руль, Юра, вправо руль. Вправо руль крути. Не съезжай, за руль. Крути, крути вправо, нормально. Сейчас починит. И Бизон в этом месте капот открывал тоже. Йор, может эти самые разъемчики разъем. И такая маленькая машина, все там есть, понял? И хайджек, и лопата. Машина просто правильная, так все хорошо. Думаешь, бренд хороший, да? Бренд, да, вообще. Четкий, я за ними гонялся вчера, я тебе говорю. Уже видео на канале даже есть. Уже есть, как ты там точки берешь вчера. Я ночью не спал, чтобы только показать миру, как ты едешь. И гору сравняй, чтобы он выехал, да и все. Победа! Отсекать время? Да. Едешь дальше? Какой-то неутомимый маньяк. А задней лебедкой будут выезжать. Мне нравится больше всех, а вот сюда вот тему, да? Все, конец фильма. Или нет? Просто десятки влезло бы там, к примеру, 30 метров, а этого 30. Этого 20. Если ты перейдешь трассу, то тебе в этот самый. Большая лебедка. Камап. Камап. Сцепление.
меня пошел характерный запах. Саня, отойди. Крутая лебеда. Хорошая лебедка, да? Там есть ручки. Все. Провод завершен теперь точно. Всем до встречи, подписывайтесь, делитесь. Все, да. Нормально прокатились. Выходи, там как раз борщ поспел. Тёма, ты место присматриваешь, нет? Не знаю, посмотрим. А кубок видел свой?